Оценить степень исполнения контрактов и своевременно принять технические решения. В Самаре прошел выездной штаб по подготовке города к зиме. В текущем году работами охватят 24 объекта. Общая протяженность трубопроводных трасс составляет более 28 километров. Кроме того, в профильном департаменте не исключают, что число участков может увеличиться при необходимости. Цель нашего сегодняшнего объезда – определить вопросы, которые надо непосредственно, значит, выполнить корректировку, какие-то технические решения, какую-то оказать помощь в решении, значит, непосредственно строительства данных перекладок. В настоящее время завершена подготовка 19 объектов. На 11 уже ведутся земляные и строительно-монтажные работы. На проспекте Кирова обустройство основания выполнено на 40%. Следующим этапом будет установка каркаса из арматуры и только потом монтаж трубопровода. На этом объекте трубы будут диаметром 80 сантиметров. Мероприятия по замене теплосетей направлены на снижение количества возникновения дефектов, обеспечение их стабильного функционирования и, следовательно, бесперебойного предоставления коммунальных услуг. Трубы у нас в изоляции ППУ. Соответственно, изоляция ППУ предотвращает потерю тепла, то есть теплоотдача совершенно другая, тепло сохраняется. Согласно действующим правилам, на каждом участке монтируют временный водопровод. Среди таких объектов обновляемая теплотрасса на улице Нагорной. Здесь заменят около 600 погонных метров труб. В первую очередь приступают к теплотрассам, которые находятся рядом с детскими садами и школами. Поэтому подрядчики распределяют нагрузку в соответствии с приоритетными направлениями. Данный участок мы поделили на две части. Первую часть мы сделаем где-то до середины июня, может быть, с конца июня. Второй участок точно так же будем делать переключение. Таким образом, тот участок, который ведет к детскому саду номер 110, будет готов раньше. После по временной схеме организуют подачу воды по трубопроводу на участке до улицы Александра Матросова. Обновление таких объектов должны завершить до 1 сентября. Контроль за исполнением контрактов будет осуществляться непрерывно в течение всего сезона подготовки города к зиме. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.